Я твой отец. Я твой отец, ты должна меня поддержать. Что происходит? Вы что ругаетесь? Ты представляешь, мать? Что случилось? Ты представляешь? Что? Она, дочь моя, не хочет снимать со мной тиктоки. Не хочет танцевать со мной. Не хочет танцевать со мной. Конечно, я не хочу с тобой тиктоки танцевать, мама. Почему? Да все друзья надо мной уже смеются. В смысле? Да мне стыдно уже, они мне говорят, у тебя родители взрослые, им под 50 лет, а они как, вот, как подростки себя ведут, скотчат, тут прыгают, тут тиктоки снимают, я не хочу в этом участвовать, не буду я позориться. Хорошо, мать, пойдем. Мама, я... скажи ему. Но... Мать! Я... Что? Это должна сделать ты, я, к сожалению, не могу, у меня рука не поднимется. Давай. Да вы что, угораете? Ага. Да вы что, я сниму ага. Ваши тиктоки. А ну-ка давай танцевать с отцом!